Легкоатлетический кросс-олимпионик 2017 пробежали юные люберчане. Забег состоялся в рамках 52-й спартакиады школьников и стал финальным, 11-м видом соревнований в окружном спортивном мероприятии. Свежий воздух, долгожданная весенняя погода, спортивный командный дух. Так в Центральном парке культуры и отдыха завершилась 52-я спартакиада школьников. Последний старт и финиш в этом году выпали на легкоатлетический кросс-олимпионик. Участвуют примерно от 5 до 11 класса обучающиеся. То есть команда 10 человек мальчиков, 10 девочек, идет общий зачет. То есть нет личных каких-то результатов, просто командно. И в конце они будут уже получать свои места, которые повлияют на результаты итоговые всей спартакиады по всем видам. Участники забега должны были преодолеть дистанцию в 1 километр со спусками и подъемами, при этом не забывая о времени. Уже на финише некоторые признались, что пробежать было нелегко, но вполне возможно. По словам спортсменов, результат зависит от длительных тренировок. Спортом всегда надо заниматься и поддерживать свою физическую форму. И совершенствоваться для себя и для результатов, чтобы быть выше всех. Это первый раз мой был. Но я думаю, для меня это удача. Мне повезло, я 7-я прибежала. Для меня это хорошо. Кроме бега, те, кто принимал участие в 52-й спартакиаде школьников, играли в волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, сдавали ГТО, выполняли легкоатлетические упражнения и многое другое. Всего спартакиада объединила более 5000 человек. Яна Яковлева, Никита Скроган, телеканал ЛРТ.